И о новостях спорта. Завтра в рамках первого отборочного раунда Лиги конференции Актобе на своем поле примет боснийский футбольный клуб «Сараево». Игра начнется в 20 часов вечера. Накануне матча представители тренерского штаба «Краснобелых» провели пресс-конференцию для работников СМИ. Этот турнир ждали все, и команда, и болельщики, поэтому подходим с хорошим боевым настроением. Здесь, наверное, лишних слов не нужно. Соперник достаточно, скажем так, серьезный. В большей степени все равно стараемся исходить из своей игры. Конечно, с огромным уважением к любому сопернику относимся. Максимально собрали информацию, которую возможно было получить по сопернику, потому что чемпионат у команды закончился в мае, да, и, соответственно, команда проводила сборы, и на этих сборах проводили контрольные матчи. Исходили из этого. Другого мы ничего не могли придумать и найти.